такие файлы приходят, когда вы заказали новые карты, либо недельная корректура. Вот такие файлики. Открываем каждый файл. Вот открыл я его, нажал и переносим в inbox. Один файлик. Второй. Далее открываем наш браузер. Вот он открылся, пишет, что некоторые карты у нас заканчиваются. Нажимаем ОК и ждем. Вот здесь конвертик, сейчас он сгенерируется. Надо подождать какое-то время. И вот он открылся. Нажимаем. Вот такой файлик появляется. Открываем его. Permit файл. Экспорт. Выбираем, куда мы хотим его экспортировать. На флешку. Don't forget, install them on your navigational system. Окей. Пишет, will inventory will update automatically. Please wait. Ну, мое инвентарь будет обновлено автоматически. Те карты, которые я заказал, попали в инвентарь. Вот они попали в инвентарь. Закрываем, вытягиваем флешку и переходим к Эггис. Все, переходим к Эггис, флешка стоит. Идем в chart loader. Смотрим, у нас что у нас здесь было. 31.11.22.50.22. Наша коллекция 182 карты, 34 expired и renewed, одна не адаптированная карта. Идем в install, scan drivers, continue, совсем соглашаемся, окей, все, и ждем. Произошло, я не увидел. Все, подтверждаем. Есть некоторые ошибки, потому что некоторые карты просто я не заказывал, так и такие как Польша, и все остальное. Смотрим, все. Нажали apply, оно синхронизировалось. Идем в инвентарь, смотрим report. Теперь у нас поменялось, ревьют одна, up-to-date 181, но up-to-date 1 опять. Expire new withdraw 0. То есть все, обновление стало. Теперь смотрим в инвентаре. Вот, вот есть Польша, ее надо удалить с инвентаре. Британ тоже не могу понять, почему она, что это за карта, где-то не, почему не стало. Ее. Written, тоже надо update. Ну и таким образом смотрим. Некоторые карты, естественно, мы могли пропустить, что-то могли не захватить. Но так в целом все, все стало, все нормально. Проверяю свой текущий рут. На данный момент у меня Роттердам, Лиссабон. Все, на мой переход все карты адаптированы и все коллекции. Спасибо за внимание.